Всем доброе утро. Клубника до сих пор еще цветет. Очень здорово, правда? Сегодня в планах... Ну, что сегодня в планах? Траву, наверное, надо потяпать местами. Что-то полить. Что-то пересадить. Убрать вот эти кирпичи отсюда. Снять вот эти дуги, кстати, что, наверное, сейчас прям и сделаю, пока общаюсь с вами. Хотела бы обсудить, наверное, дальнейшее продолжение каналов. Дальнейшее продолжение каналов. Каналов о рукоделии. Ну, что сказать, я не знаю, будет ли какое-то там продолжение или движение. На данный момент я поняла то, что моя психика не очень хочет справляться со всем тем, что, ну, что произошло, так сказать, в жизни. Она не согласна. Я не знаю, будут ли видео какие-то, я не знаю, будут ли блоги. Я не уверена во всем в этом. Из блогов, если останется, то, скорее всего, это будет раздел просто интересные моменты из жизни. Но не более. Чисто тупо показывать вот пропололи там. Господи, забыл, как он называется, гибискус. Что посадили, ну, путешествие какое-то, возможно, будет, а возможно и нет. Не знаю. Пока я понимаю, что то состояние души, которое у меня сейчас, не готово делиться какими-то моментами интересными, жизненными и не только. Я не знаю, когда это закончится. Закончится ли вообще. Возможно, существование каналов просто на этом прекратится. Я боролась довольно-таки долго за существование канала рукоделия. Я туда что-то выкладывала, что-то снимала. Но, наверное... Я поняла, что это все бессмысленно. Все это, ну, пустая трата времени для меня. Я просто не хочу. Ну, тратиться на съемку видео довольно-таки не 5 минут. Там сел раз-два и все готово. Нет, это далеко не 5 минут. Это ориентировочно. Может занимать час-два, смотря что вы будете вязать. Возможно, целый день. И просто, знаете, я поняла, что это так. Просто ерунда. Оно не интересно никому. Оно никому не нужно. И я подумала, для чего? Если оно не нужно кому-то, что я снимаю, то зачем должно быть нужно мне это? Просто не хочу. Вот. Посмотрим. Возможно, я вернусь через неделю. Просто сейчас это такое как бы, ну, настроение, не настроение. Не знаю, как описать. Возможно, вернусь через неделю с новыми видео. Возможно, я не отрицаю такого варианта. Просто не хочу. Знаете? Вот так. Расформируем все камушки. Уберем. Сегодня в планах досадить помидоры. Что еще, наверное, произошло? Наверное, я поняла, что... В наше время люди ценят внешность,
не отношение к ним, какую-то доброту. А еще стало в моде прекращать общение без какой-либо причины. А ты тупо сидишь и думаешь, а что ты сделал не так? Что вообще произошло? С чего это все началось? И знаете, до сих, вот многие, кто прекратил общение, ну, не знаю, кто-то, наверное, не парится по этому поводу. А я вот тот человек, который парится до сих пор, когда с ним неожиданно прекратили общаться, и он сижу и думаю, а почему, а что не так, блин? Что вообще произошло? Ну, в общем-то, ладно, это их жизнь, как бы, я понимаю прекрасно все. Но реально, ну можно причину хотя бы, что? Знаете, причина депрессии, ну какая-то глупая отговорка, они все сейчас, мы все сейчас живем в депрессивном состоянии. И в депрессивном мире, можно сказать так. Поэтому это глупая причина, отговорка. Что-то в этом роде. Виноград так и не ожил. Скорее всего. Да, он даже... Все. Он погиб. Ох, ну, трава у меня будет не этот участок травы. У меня будет другой участок совсем. Совсем иной. Вот. В общем-то, всем отличного настроения и, возможно, сниму, когда досадим помидоры. Возможно. Но это не точно.